Тисячі хлопців пройшли складні випробування, щоб стати учасниками бойсбенду Константина Меладзе. До фіналу потрапили дві абсолютно різні, але найталановитіші групи. Хто з них стане переможцем шоу, ми дізнаємося вже сьогодні. Реальна група створюється на ваших очах. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Хочу до Меладзе. Герої нашого часу. Вы смотрите сериалити «Хочу к Меладзе». Реальная группа создается на ваших глазах. У нас гранд-финал. И сегодня мы, наконец, получим ответ на самый главный вопрос этой осени. Какая группа станет М-Бэндом Константина Меладзе? В гранд-финал попали две четверки, которые сформировал наш творческий продюсер. Но именно вы, телезрители, путем СМС-сообщений выбираете состав победителей. Упродовж усього ефіру ми будемо оголошувати результати голосування в Україні, Росії, Казахстані та Білорусі поодинці. При цьому загальну кількість голосів у кожній країні буде прийнято за 100%. У кінці програми буде виголошено остаточний результат голосування у 4 країнах. Група, яка в сумі набере найбільшу кількість голосів, стане М-Бендом. Несмотря на то, что мы создаем мужскую группу, первыми на эту сцену сегодня выйдут, конечно же, девушки. Они, как никто, знают, что сейчас чувствуют парни за кулисами. Ведь именно эти девушки год назад прошли такой же путь к успеху и победили. Кроме того, они доказали, что только в нашем шоу победители становятся по-настоящему успешными гастролирующими артистами. Встречайте победителей шоу «Хочу Виагру» группа «Виагра». Десять, дев'ять, вісім, сім, шість. П'ять, чотири, три, два, один. Хочу до Меладзе. Другой. Группа «Виагра». Вахтанг. Мы продолжаем. Константин Меладзе специально для сегодняшнего концерта написал две абсолютно новые песни, которые и будут исполнять сегодня наши претенденты на победу. И первыми выйдут на эту сцену подопечные Сергея Лазарева. Пока парни собираются с духом, перед таким важнейшим выступлением мы посмотрим сюжет о том, как они провели ночь перед гранд-финалом. Титул нових секс-символів, мільйони фанаток, великі гонорари та інші привілеї розкішного життя очікують на цих чотирьох хлопців уже завтра. Але їм залишилося найголовніше – виграти у серіаліті «Хочу до Меладзе». Здесь у каждого человека был какой-то перелом. Стоп, 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 стоп! Стоп! Наибольшее количество вопросов вызвала у меня группа «Тимати». Это когда меня вначале выгнали, а потом вернули обратно. Рухнуть в пропасть, а потом вознестись на небес. На этот проект я пришел мальчиком. Я пришел переводить вас. Я никогда столько не плакал. Но сейчас я чувствую себя, наверное, мужчиной. Маленьким, но мужчиной. Саме для цих хлопців Костянтин Меладзе написав новий хіт. Артему Піндюрі випала особлива честь не лише заспівати пісню популярного композитора, але й написати речитатив. Вона повернеться по-другому, бути не може, нет. Перед этим проектом я думал, что уже пора завязывать с этим всем. Нужно активно артикулировать и четко выговаривать согласно. Она услышит, мне поверит, и она простит. Я думал, ну, наверное, может, стоит и приземлиться, как говорят многие. И кольцо на пальце заблестит. Хорошо. И тут такой последний панч, и тут, как по мне, то это такой знак с космоса, что нет, чувак, надо заниматься именно этим. Після 3 місяців постійних репетицій, недосипань і суворої дисципліни фіналістів проекту зібрали у шикарному пентхаусі. Саме сьогодні хлопці вперше зможуть відірватися і дозволити собі усе. Давайте вип'ємо! Я считаю, что наша команда круче всем, потому что я люблю этих ребят, которые со мной. Люблю Толика, люблю Пиндюра, люблю Рама. Я верю, наверное, не только в себя, но и верю им. Я хочу выиграть именно в этом составе. И вот в этом составе я выиграл. Це крайній виступ хлопців на сцені шоу «Хочу до Меладзе». Чи стане він переможним? Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. «Хочу до Меладзе». Окей, я снова был неправ, а ты решила верно, наверное. И мне не стоит больше ждать никаких чудес. Но я перед тобой стою, и непонятно, что ловлю. Я просто не могу уйти, я тебя люблю. Сильно. Поищи другую, такую. вечной любви на свете нет, и твоя пройдет, и твоя пройдет. А я в ответ ему молчу, а я убить его хочу. Любую боль перетерплю, ведь я тебя люблю. По-другому быть не может, нет. Она ведь придает моему полумраке свет. Мы столько с ней видали, пошумим и поскандалим. Мы с одного металла, два ребра одной медали. Я буду ждать, как Одиссей ждал свою Пенелопу. Неважно, сколько я люблю, а значит нет стопа. Она услышит, мне поверит, и она простит. Она вернется, и кольцо на пальце заблестит. Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. И я надену ей кольцо на пальчик. Сейчас вы услышали премьеру песни Константина Меладзе. Вы в шаге от победы, впрочем, так же, как ваши конкуренты. Друзья, я вас провожаю к Вере, потому что она очень хочет вас увидеть. Успеха, ребята! Спасибо! Я думаю, что это две четверки реально лучших ребят, которые показали себя и с точки зрения музыкальной, и с точки зрения, что очень немаловажно, человеческой. Спасибо, парни. Почему вы должны победить? Просто по такому количеству децибел сегодня в зале я прям ощутил себя настоящим артистом. Не знаю, это было просто настолько круто, я кайфанул. Более того, парни, вы выступали как настоящие артисты. Я вам могу сказать, я смотрела здесь. Сереж, ну скажи, гордишься? Да, безусловно. И я, честно, не готов проигрывать вместе с этой командой. Я считаю, Константин, что вот эта группа победителей. Сейчас настал самый важный момент в нашем сериалити для подопечных Анны Седоковой. Сразу после сюжета эта группа презентует вам еще одну новую песню от Константина Меладзе. Кожен з учасників цієї четвірки зробив усе можливе, аби потрапити до фіналу. Вот эти 3 месяца, это были просто, это такие жестокие были месяцы. Вы только что спели «Begging You». Это звучало как мольба. Возьмите меня. Думаю, я ему просто не подхожу. Я смог просто продержаться. Давай, пожалуйста, что-то сделай. Танцуй, как в последний раз. Я готов вообще изменить свою жизнь, отказаться даже от всего ради этот побед. Если его не возьмет Константин, я беру его к себе. Костянтин Меладзе оцінив самовіддачу хлопців і написав для рішучої четвірки новий хіт. І навіть дозволив хлопцям дещо змінити слова пісні. Знаю все вокруг и знаю, знает наш дом, что мириться ночью лучше, чем днем. Вот в этой дырке сперва кричим на английском языке, потом на латышском. Конечно, работать с уже легендарным человеком, который есть Константин Меладзе. Это такой нереальные эмоции. Красиво же. После того, как мы записали песню, во мне прям выросла уверенность. Ніч перед гранд-концертом 8 фіналістів провели у розкішному пентхаусі. Я еще до сих пор не верю, что это финал. Я вообще не верю, что я здесь сейчас нахожусь. Ребята, что происходит? Мы в финале. Что происходит, пацаны? Это все, если ты в своей тусе. Та вже завтра фіналісти-друзі стануть конкурентами. Хлопці зійдуться у фінальному двобої, аби потрапити до складу нового бойсбенду Костянтина Меладзе. Нам є з чим зацепити. Я бачу, в Маркусі дуже багато амбіцій, святі. Ми зробимо все те, на що ми способні. Все в наших руках. Чемпіон може бути тільки один, і я хочу бути цим чемпіоном. Если вы здесь, означает, что вы очень уникальны. Вы очень удовольны. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хочу до Меладзе. Просто мне выносишь мозг. У нас будет семья, я тоже совсем непрост. Что ты хочешь опять? Пытаюсь себя понять. Будем вместе, поверь, тебя не хочу терять. Проще, чем днем. Так давай чуть-чуть еще подождем. Знают все в округе, знает наш дом, что мириться ночью лучше, чем днем. Просто помолчим, давай подождем. Секс по дружбе фигня, надоело он там и здесь. Все же ты для меня лучшая из невест. И все ставит на нас с самого начала крест. Как же наша любовь, лишь она имеет вес. Ночью проще, чем днем. Так давай чуть-чуть еще подождем. Знает наш дом, что мириться ночью лучше, чем днем. Просто помолчи, давай подождем. О том, что мириться ночью проще, чем днем. Так давай чуть-чуть еще подождем. Come on, come on, come on. Спасибо. Четыре претендента на победу в нашем сериалити. Ребята, вас ждет Вера. Константин, скажите, пожалуйста, вы довольны выступлением парней? Мне кажется, что это совершенно равноценные две группы. Вы, наверное, убедились в этом. Просто они разные, у них разный посыл, они способны петь разную музыку. И мне кажется, что голосование должно быть очень-очень драматичным. Парни, почему вы должны победить? Несмотря, что это уже гранд-финал, мы все еще продолжали работать и работать в новых образах. Мужики, я считаю, что мы сделали это... классно, и надеюсь, телезрители и всем слушатели, которые были сегодня в зале, всем понравилось. Я безумно вами горжусь, а сейчас выступлением стояла и гордилась еще больше. Сейчас на сцене появится прекрасная певица, звезда и по совместительству одна из наших наставниц. Это Полина Гагарина. Но прежде чем Полина, безусловно, порадует нас всех своей песней, давайте поближе познакомимся с одним из наших парней, талантливым и неординарным Маркусом Ривой. Зірка Латвії Маркус Рива провів дитинство у невеличкому селищі Марупе за 10 кілометрів від Риги. Вот это дом, мое детство, я здесь жил до 16 лет. Вот здесь был наш сад, и вот эту деревню я посадил, когда у меня было 10 лет. Я. Все дитинство Маркус страждав від жорстоких насмішок однолітків. Я был толстый, как, ну да, например, как пончик. У меня были неправильные зубы. Меня даже в школу назвал как зайчик, потому что я выглядел так. Сім'я Маркуса була настільки бідною, що навіть не могла дозволити собі купити окуляри для хлопчика. У мене теж були одні очки, які один раз зламався, і мій отчим як-то сам зробив, щоб не платити гроші за нові очки. И они вообще были такой чуть-чуть неровный. Я чувствовал такие вообще самые некрасивые человек весь мир. Через постійні знущання однокласників у 14 років Маркус хотів накласти на себе руки. Каждый день ты слышал, что ты плохой или такой. Я хотел просто резать вены. Он в детстве комплексовал. И мало с чем делился своими чувствами. Ну, да, полностью уходил в музыку. За крок від фатального вчинку Маркуса зупинила саме любов до музики. Я на сцене играю всем, и как-то... Это был самый главный мечта в моей жизни. За мить Маркус вирішив кардинально змінити своє життя. Знайшов роботу, почав займатися спортом і власним прикладом довів, що неможливого не існує. Коли він потрапив в фінал, я сиділа, плакала. Хочу йому пожелати тільки успіхів і не зворачувати з наміченої цілі. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Хочу до Меладзе. Картинки из недавнего прошлого. Все случается, а это не сбудется. То, что утекло, не воротится больше. Я пыталась уберечь до последнего свою звездочку за маленьким облаком. Оказалось, там давно уже нет ее. Длится эта ночь года целого дольше. Ты же меня прости. Не ищи меня, пропавшую без вести. Разминулись мы с тобой не единожды по дороге от измены до верности, так и не дойдя даже до середины. Константин, он уже несколько лет твой продюсер. Да. Пожалуйста, расскажи, вот что нужно делать, чтобы как можно дольше сохранять идеальные отношения с продюсером? Нужно любить музыку, бесконечно быть ей преданным. Нужно любить свое дело, свою команду и быть настоящим трудоголиком. И все получится определенно. Нет. Увага! Результати голосування у Росії. За результатами голосування у Росії лідирує група у складі Микити Кьоси, Анатолія Цоя, Владислава Рама та Артема Піндюри. У них 51% голосів. А мы продолжаем. Сергей Лазарев как наставник в нашем сериалите проявил себя максимально. Он спорил с режиссером, он репетировал по скайпу с подопечными, дарил, надо сказать, ребятам подарки. И пока Сергей готовится выйти на сцену, мы посмотрим сюжет о его любимчике, юном и талантливом Никите Кьосе. Ставши фіналістом, Никита Кьоса замість того, що радіти, розмірковує над найважливішим рішенням у житті. Когда я пришел на кастинг шоу «Хочу к Меладзе», у меня уже произошло значимое событие в моей жизни. Я поступил в театральный колледж Олега Табакова. Вот теперь я студент. Для меня это была великая удача. 200 человек на место. Просто представьте, 200 человек на одно место. Туда всего поступает 24 студента. И я в том числе. Мама завжди підтримувала Микиту в усіх його творчих починаннях. Когда я его увидела, конечно, на сцене, я просто не поверила. Вот вы не представляете, ну действительно, он был еще мальчик, а здесь уже такой взрослый. И вот он как запел, у меня мурашки. Але не всі в родині підтримують прагнення Микити зробити творчу кар'єру. Я как бабушка, я хочу, чтобы он у него получил хорошее образование и состоялся в жизни. Батько нашого учасника і досі скептично ставиться до участі сина у проєкті. Я думаю, поки йому ще рано. Тобто, потрібно ще поучитися. Микита до останнього відтягував момент вибору. Це як вибір між мамою і папою. Шоу «Хочу к Меладзе» і театральний коледж. Група, по сути, не даст мне образование, она даст мне популярность, даст мне деньги. С этой точки зрения как бы немножко страшновато. Но если рассматривать ситуацию с другой стороны, то отучусь я 4 года в колледже. Не факт, что я найду себе работу в театре. Мы как родители всегда будем стоять на учебе, потому что учеба – это самое главное, без учебы никуда. Я считаю, что мужчина должен иметь хорошее образование, тогда он будет самодостаточен. Пойти против родителей – это величайший грех вообще, который я могу совершить. А пойти против себя – это грех еще, наверное, больше. Саме тут і зараз Микита має зробити найважливіший у житті вибір. Хочу до Меладзе. Не прячь пули, стреляй смело, пускай стрелы в мое тело. Я не ангел. Я так делал, и ты сможешь молчать. Гораздо больнее молчать. Лучше голос сорвать, кричать. Самое сердце на поражение. Что же ты медлишь? С этой мишенью я все растратил, карты открыты, бей, что есть силы, и будем квиты в самое сердце. Опять мысли слепых стая. Мне так мало тебя стало. Не прячь пули обид тайных, не прячь слезы в глазах чайных. Молчать гораздо больнее молчать. лучше голос сорвать, кричать в самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, карты открыты, бей, что есть силы, и будем квиты в самое сердце, в самое сердце, в самое сердце. Молчать гораздо больнее молчать. Лучше голос сорвать, кричать. И все в самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой мишенью? Я все растратил, карты открыты, бей, что есть силы, и будем квиты. Самое сердце, самое сердце, самое сердце, самое сердце. Сейчас, когда еще слышны крики, восторженные крики зрительниц, почему именно эти же зрительницы должны отдать свое сердце твоим подопечным? Ну, во-первых, они талантливые, харизматичные, артистичные ребята. И они действительно к этому очень долго шли. Они хотят этого, они хотят победить, и они готовы работать. Спасибо, Сережа. Наша следующая исполнительница тоже была наставницей одной из групп. И несмотря на то, что ее отношения с подопечными сложились не сразу, все же команда Евы Польной запомнилась своими яркими выступлениями. Буквально через пару минут на сцену поднимется Ева Польна. А пока еще одна трогательная история, на этот раз о Вячеславе Басюле. Історія В'ячеслава Басюла – це історія справжньої боротьби. Боротьби за життя. І почалася вона ще в материнському лоні. Болезнь протеза, яку мені врачі поставили від моєї мами, передалась по наслідству. Вони сказали, що дитина буде нездоровим. І робіть вибір – рожать мене або не рожать. Рідний батько В'ячеслава покинув його маму, щойно дізнався про її вагітність. Це стало сильним ударом для 19-річної Марини. Мама вообще была в шоке, но дедушка сказал, что это мой внук, и он должен родиться. Если бы не мой дедушка, меня бы не было. Мы его вырастили, ухаживали. Приходилось и по больницам ездить, и в садик водить. Каким бы он взрослым ни был, он для меня все равно маленький. Я очень переживаю. Коли Славі виповнилося 3 роки, страшна хвороба стала стрімко прогресувати. Мы узнали о том, что у него разрушается сустав тазобедренный. Нам пришлось уже решать это именно операционными способами, потому что был шанс остаться на всю жизнь в инвалидной коляске ему. 6 месяцев он лежал полностью в гипсовых штанах. Ты делаешь шаг, а у тебя все болит. Делаешь второй, у тебя все болит. То есть тебе нужно просто лежать статично, чтобы ничего не болело. Мне было 4 года, когда я уже начал осваивать костыли. Даже выходил на костылях, с моими ровесниками бегал, потому что я понимал, что я хочу ходить, я не хочу от них отставать. Лише завдяки спеціальним тренуванням Слава зміг відновитися. Лікарі з подивом констатували, що хвороба відступила. 15 лет я понял, что я хочу стать артистом. Это дало мне вот такой вот большой толчок. Я начал ходить в бассейн, ходил в тренажерный зал. Нужно заниматься собой постоянно, чтобы эта болезнь не возобновлялась. Слава тимчасово переміг свою хворобу, і зараз він готовий звернути гори, аби стояти на сцені. Дом, тихо-тихо в нем, я открою дверь. Быть артистом — это не очень просто. До этого момента я не сталкивался с такими нагрузками, но это меня почему-то не пугает. Это мой выбор. Я готов идти до конца. Дайте мне мужика! 8, 7, 6. Тронули меня парни, конечно. 4. Наш мир артистов, он очень кажется легким, искрящимся. 1. Хочу до Меладзе. Я на твоих руках летаю и летаю. О, сколько мне еще нелепо улыбаться, когда играю плохо я, так плохо я играю. Пишу тебе, пишу, слова одни и те же. Словами я могу при всех тебя касаться. Я напишу письмо, бумага пальцы режет. В словах еще могу наедине с тобой остаться. Не исполняются больше мои обещания, что я могу тебе, кроме себя, обещать. Мы расстаемся с тобой на последнем дыхании, но не могу я тобой не дышать. Не хожу по краю, наш край остался где-то далеко за поворотом. Не знаю, как нам быть, но главное я знаю, что между нами нету ни одной фальшивой ноты. Целуй меня, целуй, на сердце столько трещин. Нет, не целуй меня, а то при всех я зарыдаю. Смотри, скорее тебе досталось лучшее из женщин. Вот только плохо роль она свою играет. Не исполняются больше мои обещания, что я могу тебе, кроме себя, обещать. Мы расстаемся с тобой на последнем дыхании, но не могу я тобой не дышать. Спасибо большое. Ева, ты часто говорила о том, что тебе в нашем шоу не хватает мужской энергетики, так сказать, не хватает мужчины с большой буквы «М». Как тебе кажется, ребята, которые в шаге от победы, соответствуют этой букве «М»? Это прекрасно, что у нас не номинальное шоу, что у нас не многосерийная просто история, что это не в никуда. Что касается энергетики, вы знаете, я думаю, 4 человека прекрасных, крепких юношей вкупе составляют, наверное, такую мужскую энергетику, которая способна обаять, наверное, девушек самыми разными вкусами. Спасибо. Увага! Результати голосування у Білорусі. За результатами голосування у Білорусі лідирує група у складі Маркуса Ріви, В'ячеслава Басюла, Святослава Степанова і Григорія Юрченка. У них 73% голосів. Я помню, как в первый день нашего кастинга Тимати интересовался, почему его, собственно, пригласили в жюри. Ведь он никогда в подобных проектах не участвовал. Но прошло всего лишь несколько дней, и Тимати стал одним из самых переживающих и строгих членов жюри. Более того, сейчас у двух участников группы Тимати есть возможность войти в состав М-Бэнда. И пока Тимати готовится выйти на нашу сцену, мы посмотрим сюжет о судьбе его фаворита Артёма Пиндюры. Нашому наступному фіналістові шлях до успіху дався нелегко. Робота у сумнівних закладах, невдалий шлюб, пиятика – все це пройшов киянин Артем Пиндюра до того, як опинитися на сцені. Ну, барменом я проработал где-то около 5 лет. Настолько разные пилы просто приходили. И мог себе прийти, там, позволить, я не знаю, поужинать на мою месячную зарплату. Та найскладнішим досвідом для Артема стала робота у стриптиз-клубі. В этом заведении, по крайней мере, в котором я работал, ни одна стриптизерша просто не танцевала стриптиз, скажем так. Мне просто было противно за ними даже, я не знаю, пепельницу элементарно убрать. Усі зароблені гроші Артем почав витрачати на музику. Та покинути барну стійку і заробляти виконанням репу виявилося нереально. У нас это просто музыка, которую не воспринимают широкие массы. Кому нужен твой смысловой нагруз на корпоративе, там, где все отдыхают. Вот. А, ну, пытался, я выступал в клубах, но за это никто не платит. Усвідомлюючи, що попиту на його музику немає, Артем продовжував пиячити. У свої 25 років він остаточно втратив віру в себе. Тоді якраз навалилось все абсолютно. Тобто я і розвівся, і, працював на роботі, яку я ненавижу, і, ну, вообще фонарь. Вот тогда была депрессия. Я уже понял, что, в принципе, я больше выпиваю, чем нормально. Потом я видел этих пьяных чуваков, которые просто в таком умате вообще. Ну, ты на них смотришь, это уже и на человека мало похоже. Ты понимаешь, что, в принципе, по пьяни ты недалеко от них уходишь. Але удача нарешті посміхнулася Артему. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как это произошло, вот правда. Ну вот просто пришел пацан с улицы, без музыкального образования, без каких-то гениальных вокальных данных, да. В меня поверили, в принципе, люди, которые далеко не последние, да, в нашем шоу-бизнесе, скажем так. Но это дорогого стоит. Что нахуй такое происходит с тобой? 8. Это самый органично выглядящий коллектив, который я вот пока видел. 4. Мы посоветовались и выбрали Тимати. 1. Хочу до Меладзе. Сосед построил себе дачу и воткнул забор, а я пошел и купил новый Авентадор. Я жарю по-садовому, высаживая чик. Сосед на даче с пацанами жарит шашлык. Я чистый феномен, как снег на Ямайке. Прямо из спортзала президенты в майке. Нова Огарева, пикник на лужайке. Посты в Инстаграм набирают лайки. Говорят, богатство шепчут, деньги кричат. Когда я кричу, завистники молчат. Будто стоп-кадр, молчание ягнят. Вложил 50, вернул 100 назад. Это банты, это банты, это банты, это банты, это банты, это банты. Отвечаю за свое, отвечаю за свое и ты. Марк Цукерберг вводит не старый ворд. Я обновляю Facebook, когда сажусь на борт. Типа послушай, эй, зачем тебе твой форт? Давай со мной на юг, девчата в самолет. Машина без пробега, Абрамович рэп. Откидываю крышу, она снимает вверх. Она не влюблена, ее влечет успех. Запретный плод сладок не для всех. Я как в конце 90-х, я новый русский от рэпа. Хотя я в общем не русский, ладно, не будем об этом. Я заработал свой кэш, слагая рифы в куплеты. Пока ты честно стремился стать гениальным поэтом. И знаешь, уже сейчас мне наплевать на респект. И меня волнует семья. Кидаю чеки в конверты, мой каждый понт обоснован. Могу позволить себе. Мажоры сели на жопу, увидимся в Сан-Тропе. Эй! Это банты! Все! Это банты! Это банты! Это банты! Это банты! Отвечаю за свое и ты! Ага. Плохо знаешь мой город, как и все, что судят по его богатству и красе. Десятки поколений белок в колесе, и лишь 1% не таких, как все. Мясорубка перемалывает кости, ипотеки, кредиты, приставы, здрасти. Дорогие женщины, эпицентр страсти. К нам приходит бизнес, но уходит счастье. Google тебе в помощь, курс ПЦБ, неправильные ставки и твой актив в трубе. Занял денег, чтобы победить в борьбе. Был наверху, а теперь лежишь на дне. Круто пудрить нос, когда много денег. Ты рублевский бой, лондонский бездельник. После воскресенья придет понедельник, и у папы вдруг может упасть рейтинг. Мегаполис искушений любит понты. Весь вопрос в том, готов ли к батлу ты. Ведь за каждый понт придется отвечать, а в один день актива вдруг может не стать. Yeah. Hey, we like it, yeah, we'll be like it, like it, we'll be like it, like it. Все. Скажи мне, Тимати, ты доволен, что принял участие в этом проекте? Я более чем доволен. На самом деле для меня это, наверное, некий первый опыт подобных проектов. Наконец-таки появится столь долгожданный, модный, современный, молодежный бойс-бенд, потому что на сегодняшний день таких, к сожалению, нет. Спасибо, Тимати, за прекрасное выступление. Как вы помните, группа Владимира Преснякова первой покинула наше сериалити. Я знаю, что Володя очень переживал по этому поводу, потому что в репетиционном лагере во время репетиции все сроднились и практически стали семьей, и от этого вдвойне тяжелее было покидать наш проект. Но сейчас на сцену выйдет семейный дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской. А пока смотрите историю одного из самых красивых участников нашего сериалити Григория Юрченко. Із самого дитинства хлопець з далекого сибірського селища Григорій Юрченко мріяв бути на сцені. Та його мама була переконана, що музика – це не професія для чоловіка. Не всегда можно, имея такую профессию, быть уверенным в завтрашнем дне. Она понимала, что финансово я не смогу себя обеспечивать. Ей казалось, что это несерьезно. У родині Григорія матері довелося тягти на собі все. Коли Гріші було 6 років, у нього на очах загинув батько. Він розбився на мотоциклі, прокололо колесо, і наїхали на камінь, на швидкість, і перевернувся. І коли я там слышал, ребята жалуються, вот у мене там отець там сегодня пьет или еще что-то, на меня накричал, вообще не хочу, чтобы у меня был. Я даже с какой-то завистью к ним думаю, вы такие вещи себе говорите, у вас живой отец, а у меня его нет и не вернуть. Разом із батьком у хлопця настало й матері. Пришлось семью кормить, мне содержать. Мне мама никогда особо не ходила на выступления на мои. Мама Гриші несерйозно поставилася до ідеї сина переїхати до столиці. Другой раз, ви знаєте, вот, сокровенно боялась звонить. Да, я ходил в кедах. Вот вообще вот в таких вот тряпочных. зимой в 30-градусный, 40-градусный мороз. Я спрашиваю сына, ты куда? Он говорит, а я еще не знаю, то ли я в машине буду ночевать, то ли, может, у друзей. Григорій жодного разу не спинився на шляху до своєї мети і багато чого здобув. Він виступає на сцені, за 3 роки досяг фінансової стабільності, купив квартиру, машину, а от мама була в гостях у сина лише 1 раз. Я вообще-то счастлива, правда, что я к тебе приехала. А не хотела. Не хотела. Тільки завдяки нашому шоу у Гріші з'явилася можливість побачити маму знову і заспівати так, щоб вона його почула. Я хочу, щоб ми гордились, тому що я знаю, що нам желательно тільки лучшего. Это не мой формат, мне показалось. Я уверен, что знаю, чему научить, как показать это с разных сторон. 2, 1. Хочу до Меладзе. Если честно, даже не хочется выходить на сцену, чтобы не мешать вам быть вместе. Спасибо вам огромное за выступление. Увага! Результати голосування в Казахстані. Казахстан вирішив, що команда Микити Кьоси, Анатолія Цоя, Владислава Рама та Артема Піндюри гідна 79% голосів. Пришло время выступления наиболее самоотверженной наставницы Анны Седоковой. Но кто еще так переживал за свою группу? Кто так усердно занимался с ними много часов в репетиционном зале? Да, это она. И самое главное, что усердие Анны не прошли бесследно. Группа Анны в гранд-финале. И, возможно, именно благодаря вам, уважаемые телезрители, именно эти ребята станут М-Бэндом Меладзе. Совсем скоро еще один очень яркий номер от Анны Седоковой. А пока давайте посмотрим сюжет об участнике, из-за которого Анна проливала горькие слезы. Анатолий Цой. Зірка Казахстану Анатолій Цой змалку звик добиватися усього наполегливою працею. Я з звичайної, простої сім'ї. Я був ще зовсім дитинком. Но уже тогда я вот познал, что такое труд. То стеклотару собирать, то еще что-то. Собирал груши, выходил на дорогу, элементарно продавал эти груши. Я помню, первый раз я заплатил за себя в парикмахерской. И тогда мама очень гордилась мной. Он даже с детства, после всех выступлений, он всегда маме преподносил цветы. Мама – это папа. Вот. Но, наверное, он душой верил, что мама в него верит. Але батько Толіка до успіхів сина ставився прохолодно. После каждого концерта, после каждого конкурса это был как суд, знаешь, я приходил на суд, и папа был судья. То есть я всегда ожидал какого-то вердикта, что скажет папа. И папа всегда говорил, вот это не так, вот это двигаешься плохо. Он вообще очень жестко с мальчиками обращался. Цель была, чтобы добиться так, что папа сказал «молодец» и больше ничего не сказал. Однажды вот в 13 лет я выступал с оркестром, и папа снимал на видеокамеру, и тогда я извиняюсь. Ух. Да, папа снимал на камеру, и в конце выступления там такая завершающая нота сильная. Ну, если кто знает песню Салимил. И папа снимает камеру, у него задрожала рука, и он такой: молодец. Мы за него прям болеем, болеем душой. Я говорю: Ник, когда ты выйдешь на большую сцену? Я говорю. Он говорит: бабуля, подождите. Я говорю: я умру скоро, я говорю, и не дождусь, и не увижу, я говорю, тебя. И вот узнала, что он вышел в финал. Я так обрадовалась. Наконец-то я дождалась тебе. Толя знає ціну успіху і вірить, що серіаліті «Хочу до Меладзе» допоможе здійснити його найзаповітнішу мрію. Аплодисменты продюсеру Седоковой. 8, 7, 6. Мы выбираем Анну Седокову. 5. Вы вообще понимаете, что такое больно, когда ты любишь? 4, 3. Моя любовь принесла беду. 2. В команду Сергея Лазарева переходит Анатолий Цой. 1. У меня сейчас только что душу вырвали. Хочу до Меладзе. защищай меня. В тебе я нуждаюсь. Я вдохну в себя холод, что вокруг нас остались. Как бы ни было трудно, чтобы не запрещали. Обнимай меня, разбирай на детали, чтобы нас не остановили и в нас не играли. Только ты и я против стаи пираней. Нас невозможно сломать, но возможно ранить. Я хочу бежать к нему, бежать к нему и задыхаться вдвоем. Я хочу бежать к нему, бежать к нему. Пора, опасность ждет. Я хочу бежать к нему, бежать к нему и задыхаться вдвоем. Я хочу бежать к нему, бежать к нему. Зачем я рискую? Без тебя не живу, без тебя существую. Ты действительно дорог, выше всех испытаний. Подарил ты мне Тане, жаль, но не обучальный. Обвиняй меня, все равно уже титры. Что бы там ни сказали, мы в них пишемся слитно. Только ты и я против стаи пираний. Нас невозможно сломать, но возможно ранить. Бежать к нему и задыхаться вдвоем. Я хочу бежать к нему, бежать к нему. Пора, опасность ждет. Я хочу бежать к нему и задыхаться вдвоем. Я хочу бежать к нему, бежать к нему. Спасибо огромное вам. Спасибо вам за поддержку. Я помню, как ты стоял на этой сцене совсем недавно рядом со мной. Я видел, как у тебя из глаз лились слезы, потому что ты вынуждена была попрощаться с ребятами, которым прикипела душой. И вот теперь Анатолий Цой поет не в твоей команде. Знаете, я счастливый человек, потому что в любом случае и там есть мои ребята, и там есть мои ребята. Кто-то из них станет сольным артистом, кто-то создаст свою группу, еще что-то. Мы сделали большое дело с вами, Игорь, тоже в том числе. Поэтому я думаю, что несмотря на все эти слезы, переживания и, не знаю, эмоции, я безумно благодарна тем, кто пригласил меня в этот проект. Спасибо, Константин. Спасибо, Алан Бадоев. Я испытала такую гамму чувств, которую не испытывала никогда. Ну а пока мы прощаемся с Анной. Как не грустно нам это сделать, Анечка. Не грусти, Игорь, прощай. Все наши наставники уже выступили. Но я не могу лишить вас наслаждения видеть на этой сцене мою потрясающую соведущую Веру Брежневу. Пока она стремительно бежит к сцене, мы посмотрим сюжет о том, как изменилась личная жизнь Владислава Рама за время нашего сериалити. У кінці проекту чимало учасників були щасливі нарешті побачити рідних. А для Владислава Рама зустріч із дружиною стала важким випробуванням. Саме зараз він має вирішити, будуть вони разом чи ні. Привіт. Я пытался что-то внутри себя найти, достать что-то из себя, какие-то думаю, блин, Влад, ну, может быть, ты сможешь в ней разглядеть что-то, что когда-то видел? Когда я ее увидел первый раз в своей жизни, она мне очень сильно понравилась, и я в секунду как-то понял, что я ее люблю, и я хочу с ней быть очень долго, и что у нас будет все хорошо, семья, дом, не знаю, дети. Коли до мрії залишилося півкроку, Владислав одразу зрозумів, що для нього важливіше. Сонце розбужене і укритає тоненьким кружевом. Безответно одиночество мое. Я тебе всегда говорил, что это моя цель жизненная. И я ее в любом случае добьюсь, понимаешь? И если я этого не добьюсь, я просто буду несчастливым человеком. Я буду готов отказаться вообще от всего в своей жизни, если у меня будет возможность заниматься этим. Только очень сильные и очень мудрые люди могут сохранить свои отношения, даже когда любовь прошла. Но я, к сожалению, пока не являюсь таким. У меня на проекте были отношения с другой девушкой. Вот я просто хочу, чтобы ты об этом знала. Мне кажется, что мы с тобой должны расстаться. Ты отцом скоро станешь. Что? Что ты отцом скоро станешь. В смысле? В смысле, я беременна. Уже 6-й месяц. Все. Что все? Все. На подив усієї знімальної групи Влад побіг не за дружиною. Він тікав від себе. Я должен полностью сейчас быть с ней, помогать ей во всем, и поддерживать, и дарить ей любовь, чтобы, ну, чтобы ребенок родился и жил в любви. Но я не могу этого сделать, потому что, ну, просто не могу. Я попрошу прощения. Как сильно я перед ним виноват. И я надеюсь, что он меня простит и поймет. Владислав Рам – один із небагатьох, кому пощастило дійти до фіналу, але виходить із проекту цей хлопець з великою поразкою в особистому житті. Така от плата за успіх в реальному шоу-бізнесі. Десять. Ви смотрите супершоу «Хочу, хочу, хочу, хочу» к Меладзе. 8. 7. 4, 3, 2, 1. Хочу до Меладзе. Доброе утро, мои родные люди. Доброе утро всем тем, кого вы любите. Доброе утро, и день пусть добрым будет. Дыши свободно и проживи в любви этот день. В темноте можно видеть, что хотел, что невидимо при свете. Не встретиться нигде в темноте. Можно падать и лететь, не боясь прикосновения обнаженных души тел. Но когда поднимается солнце над внезапно медленно пересекнувшим мир, когда смысла в молчании нет, наступает рассвет. Доброе утро, мои родные люди. Доброе утро всем тем, кого вы любите. Доброе утро, и день пусть добрым будет. Дыши свободно и проживи в любви этот день. Никогда не уйду и не отдам. Все проходит в этом мире, только навсегда не отдам, пусть не гаснет никогда над твоею головою путеводная звезда. Но когда поднимается солнце над внезапно притихнувшим миром, когда слов недосказанных нет, наступает рассвет. Доброе утро, мои родные люди. Доброе утро всем тем, кого вы любите. Доброе утро, и день пусть добрым будет. Дыши свободно и проживи в любви этот день. Доброе утро, мои родные люди. Доброе утро всем тем, кого вы любите. Доброе утро, и день пусть добрым будет. Дыши свободно и проживи в любви этот день. Доброе утро, Верочка. Я ухожу от тебя, Игорь, я тебя боюсь. Нет. Я знаю, что ты будешь сейчас задавать мне, кто мне больше всего нравится. Кто они твои фавориты? Слава, Тёма, Толик, Влад, Никита. Ну, конечно, Гриша. Гриша, Свят, конечно, Маркус. Еще один маленький сюрприз. Совместное выступление команд соперников. Ну а пока смотрите сюжет о том, почему решил заниматься музыкой один из самых дерзких участников нашего сериалити Святослав Степанов. Святослав Степанов із Татарстану не раз намагався привернути увагу оточуючих, адже все життя Святу бракувало однієї людини – його батька. Когда не стало отца, мне было 7 месяцев. Моему среднему брату было 3 года, а моему старшему, получается, 9 лет. Очень тяжело вспоминать, конечно. Понимаете, я просто не знаю, что такое отцовское воспитание. Он был очень прекрасный муж. Он был и добрый, и умный, и красавец. Мы по-настоящему любили друг друга. Не занепасти духом родині Степанових допомогла Віра. Уже много лет поет в нашем храме, в церковном хоре. Да, она хотела, чтобы я пел в церковном хоре. Ну, просто в моем городе нет возможности петь такую музыку, которая тебе нравится, и, да и вообще петь просто, в общем. Аби реалізувати свою мрію, Святослав разом із дворовими друзями організував групу. У нас были разноцветные пиджаки, короче, в стиле One Direction. Все скопировали у них, короче, все просто слезали натиск. Але стати знаменитим бойсбендом хлопцям так і не вдалося. Через раптову смерть одного з учасників. основная цепь нашей дружбы — это именно вокал была. И вот это все так сильно связано, что я не очень хотел петь. І лише кастинг серіаліті «Хочу до Меладзе» повернув Святослава до життя. Я на самом деле вообще никогда не сталкивался со сценой такого масштаба. С такими людьми я никогда в жизни не работал. Вот это все, вот, что ему пришлось испытать в жизни, ну, как бы Бог его вознаграждает за это. Хочу до Меладзе. Вже серце виривалося з денет і прагнула відчути подих волі. Знайти хвилину радості, огонь долі шукати між зірок і між планет, між зірок. Чомусь так гірко плакала вона, ховаючи обличчя у долонях. І щось боліло в грудях і у скронях, і в душу не приходила весна. Чомусь так гірко плакала вона і сльози витирала, мов дитина покарана за провину, покарана, залишена вона одна, покарана, залишена. Одна, покарана, залишена. Одна. Чомусь так гірко плакала вона, ховаючи обличчя у долонях. І щось боліло в грудях і у скронях, і в душу не приходила весна. 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 Увага! Результати голосування в Україні. За результатами голосування в Україні лідирує група у складі Никити Кьоси, Анатолія Цоя, Владислава Рама та Артема Піндюри. У них 54% голосів. Наконец-то наступил самый важный момент нашего сериалити. На протяжении недели вы, зрители, отправляли смс-ки в поддержку своих фаворитов. Вы сделали свой выбор. И буквально через несколько секунд мы узнаем имена победителей сериалити «Хочу к Меладзе». И для оглашения результатов я приглашаю на сцену главного человека, творческого продюсера Константина Меладзе. Константин, 4 страны сделали свой выбор. Кто же, по мнению наших телезрителей, победил? Добрый вечер. Я хотел бы поздравить всех вас с окончанием этого замечательного проекта. Надеюсь, что телезрители выбрали самых-самых достойных. Сейчас я оглашу эти имена. Итак, по результатам зрительского голосования победителями сериалити «Хочу к Меладзе» и участниками группы «М-Бэнд» становятся Анатолий Цой, Артём Пиндюра, Владислав Рам и Никита Кьоса. Я хочу закричать, не знаю, спасибо! Сейчас моя цель, мечта всей моей жизни сбылась. Сегодня день рождения новой группы. Наш день рождения. Спасибо огромное всем. Спасибо! Ребята, мы от души поздравляем вас. Вы, как победители, должны понимать, что рядом с вами сейчас те, кто прошли вместе с вами этот путь. Ребята, это тяжело, это больно. И тем не менее, вы мужчины. Честно, это больно, но одновременно с болью я просто нереально рад за этих очень крутых парней. Они на самом деле очень классные. Нас б'ють, ми літаємо, як ви всі знаєте. Я безумний чоловік і хочу сказати Безумный, спасибо всем! Подъезжаем с Балдиас! Чёрт слышу, целсиш! Чёрт слышу, целсиш! Мы в течение этих 3 месяцев проделали огромный путь. Я считаю, это прекрасная школа шоу-бизнеса. И мы просто обязаны ее продолжить. Музыка, она должна объединять. И сейчас мы несем в экраны, в людей, во все мысли, только мир. И хочу, чтобы так было всегда и начиналось уже сегодня. Вы знаете, посмотрите на нас, мы все такие разные вообще. Мы из разных стран, мы разные по национальности, но этот проект нас всех объединил. Мы можем жить в мире, и мы должны обязательно жить в мире. А мы хотим поблагодарить наших зрителей за то, что они выбрали народных победителей в сериалити «Хочу к Меладзе». Як розподілилися голоси глядачів з усіх 4 країн між групами. Група Микити Кьоси, Анатолія Цоя, Владислава Рама та Артема Піндюри отримала 53% голосів. Група Маркуса Ріви, В'ячеслава Басюла, Святослава Степанова і Григорія Юрченка отримала 47% голосів. Група М-Бэнд. Запомните їх імена. Никита Кьоса, Владислав Рам, Анатолий Цой и Артём Пиндюра. А это была финальная серия сериалити «Хочу к Меладзе».